Ненецкий округ продолжает участвовать в марафоне открытия образовательных центров «Точка роста». Всего в регионе открыто 4 таких центра. 3 на базе городских школ и 1 в поселке Индиго. На торжественном открытии в 5-й школе побывала и наша съемочная группа. Александра Литкова продолжит. Технология, информатика и основы безопасности жизнедеятельности. Изучать эти предметы школьники будут на самом современном оборудовании. Кроме того, учащиеся смогут заниматься в различных кружках на новых компьютерах, 3D-принтерах, осваивать шлемы виртуальной реальности, проводить турниры по шахматам и управлять квадрокоптерами. Посмотрите, все современное. 3D-принтер. Ну, компьютеры, это для ребят понятно, компьютеры. Но они у нас для другого немножечко, эти компьютеры. Заряжаются квадрокоптеры, программируется робототехника, работают 3D-принтер. То есть это новые технологии для ребят понятные. Не выходя за стены школы, мы понимаем, что дети могут здесь находиться и здесь заниматься в любую переменку. Ведь этот центр, он будет открыт всегда. Восьмиклассник Ролан Кайзер увлекается квадрокоптерами еще с начальной школы. Сейчас заниматься любимым хобби он может не только дома, но и в своей родной школе. Еще в начальной школе мне родители на день рождения дарили квадрокоптеры и всякие разные вертолетчики на пульте управления. И когда я их запускал, я, так сказать, мне это нравилось. Старшеклассники также уже успели познакомиться с новым оборудованием для оказания первой медицинской помощи на современных манекенах. Ну, здесь можно проверить пульс у человека, сделать массаж сердца и также легких. Для помещений точек роста в образовательной организации выделено 2 кабинета. Ремонт в классах был профинансирован компанией «Лукойл Севернефтегаз» в рамках соглашения с окружной администрацией. Мы здесь, в этом округе присутствуем. Здесь живут наши дети, здесь живут наши сотрудники. Очень большое количество людей, которые пользуются всеми благами города. Поэтому мы просто обязаны, чтобы наши дети развивались, учились в хороших условиях, в лучших школах. Точки роста уже открылись в 4 окружных школах. Главной задачей центров является обеспечение доступа детей к качественным образовательным программам, вне зависимости от места их проживания, а также развитие школ в малых городах и сельской местности. Точка роста – это новый взгляд на образовательный процесс. Это прекрасная возможность для учеников раскрыть свои способности не только в рамках школьной программы, но и во внеурочной деятельности. Это возможность пообщаться со сверстниками, принять участие в интересных творческих проектах. Точка роста – это инновационный подход, и мы надеемся, что это будущее нашего современного образования. Центры «Точка роста» создаются на базах школ в рамках федерального проекта «Современная школа», национального проекта «Образование». Александра Литкова, Леонид Шишилов, телеканал «Север».